Мы уже разобрали доказательство Лагранжа теоремы о сумме четырех квадратов. Есть другое. Доказательство Горвица основано на рассмотрении множества чисел такого вида. А, плюс b, i, плюс c, g. Все замечательно. Плюс dk. Где? A, B, C, D – это целые или полуцелые? То есть, либо все A, B, C, D одновременно – целые числа, или они все – это целое число плюс 1/2. Как по-другому это можно было написать? Можно стереть вот эту вот нижнюю строчку и написать еще x умножить на 1/2 и пополам, g пополам и k пополам, где x тоже целое число. Вот один из вариантов. Ну или если угодно, x это 0 или 1. Во-первых, давайте поймем, почему такое множество является кольцом. Ну, то, что квотернионы кольцо мы знаем, естественно, потому что и, когда их перемножаешь и складываешь, вычитаешь, не выходишь за пределы этого множества. А вот давайте разбираться, что это за число. 1 плюс i плюс g плюс k пополам в квадрате. Смотрите, когда вы разводите в квадрат, и g плюс g даст 0. Поэтому на самом деле это то же самое, что 1 в квадрате плюс i в квадрате плюс g в квадрате плюс k в квадрате и плюс удвоенное произведение единицы на i, на g и на k. Отлично. I в квадрате минус 1, поэтому вот это вообще исчезнет. Здесь получается минус 2. С четверкой сокращается, получается такая штука. Минус 1 плюс i плюс g плюс k балл. По-другому это можно написать так. Здесь написать 1 и из всего этого вычесть единицу. Таким образом, это число в квадрате совершенно замечательно выражается через себя и единицу. Так, давайте проверим, что бывает при умножении, скажем, на i. Все симметрично, поэтому достаточно посмотреть на i. У нас есть такое число. Умножим его на i. Что получается? Ничего особенного. Получается i минус 1. G на i это минус k. K на i это g. Опять-таки пишем это как 1 плюс i плюс g плюс k пополам, минус 1 и минус k. Кольцо. Множество всех чисел такого вида действительно является кольцом. Зачем оно нужно? А потому что можно делить с остатком. Вот когда вы берете квотернион с целыми числами А, Б, С, Д, то не очень понятно, что там делать. А вот сейчас давайте докажем лемму. Рассмотрим любой квотернион вида X плюс Y, Y плюс Z, G плюс ТК, X, Y, Z, Т, любые вещественные числа. В таком случае найдется квотернион интересующего нас вида, то есть где все числа BCD одновременно целые или все одновременно целые плюс 1/2, которые очень хорошо приближают. То есть вот сумма квадратов меньше единицы. Давайте поймем, как это очень легко искать. Вот смотрите, число x. Это какое-то вещественное число. Мы можем подойти к нему при помощи числа а. Сколько? Смотрите, число а, оно целое или полуцелое. И поэтому такие числа, расположенные на вещественной оси, на расстоянии 1/2 друг от друга. Но когда у нас есть такие числа на расстоянии 1/2, то
то x к одному из таких чисел будет на расстоянии 1 четвертая или меньше. Поэтому можно так выбрать число а, что вот это будет не больше, чем 1 шестнадцатая. То есть расстояние не больше, чем 1 четвертая, а в квадрате не больше, чем 1 шестнадцатая. Отлично. И заметьте, после того, как мы так выбрали число а, то мы уже приняли решение, оно будет целым или полуцелым. И после этого для остальных чисел у нас уже возникает такая вот штука через единицу, потому что остальные числа можно менять с точностью до единицы. Мы уже приняли решение целое или полуцелое. Замечательно. Значит, к числу y можно подойти на расстоянии 1 вторая или ближе. Здесь будет в квадрате не больше, чем 1 четвертая. И к z можно подойти на расстояние 1 вторая или ближе. И к t тоже на расстоянии 1 вторая или ближе. В сумме эти числа дают 13 шестнадцатых. А это меньше единицы. Лемма доказана. Фактически это деление с остатком только вот для квотернионов. Давайте теперь, зная эту лемму, начнем разбираться с теоремой о четырех квадратах. Ну, смотрите, для квотернионов у нас есть понятие сопряженный. Да? То есть, если у нас есть какой-то квотернион альфа плюс бета и плюс гамма g плюс дельта k, давайте его обозначим, скажем, v, да? То тогда сопряженный это ровно как в доказательстве Лагранжа. Никакой разницы. Есть понятие нормы. Норма от квотерниона – это есть произведение его на сопряженной, то есть сумма квадратов. Тоже все понятно. Дальше. Если у нас есть какие-то два квотерниона, то норма от их произведения получается каким способом? Чтобы посчитать норму произведения W1, W2, мы должны умножить W1, W2 на сопряженное. Взять сопряженное произведение – это то же самое, что переставить каждому из них взять сопряженное. Будет W1, W2 умножить на W2 с чертой, W1 с чертой. Но вот это вот произведение – это вещественное число, поэтому оно мутирует с любым квотернионом. И значит, можно его вынести. Получится W2 с чертой, а здесь W1 с чертой. Это у нас есть норма квотерниона W1, а это норма квотерниона W2. Замечательно. Значит, если мы с вами сумеем доказать, что в виде суммы четырех квадратов представимы все простые числа, то вот при помощи этой формулы у нас все получится. Любое число предлагаемое простые, любое натуральное число, каждое из них представляем, пользуемся этой формулой, и все получается. Замечательно. Это один к одному совпадает с доказательством Лагранжа. Вот теперь давайте посмотрим, пока еще будет все еще совпадать, на число 2. Число 2 – это 1 в квадрате плюс 1 в квадрате плюс 0 в квадрате плюс 0 в квадрате. Замечательно, представим. Берем любое нечетное простое число p. Для него мы нечетное простое число. Для него мы можем рассмотреть выражение вида 1 плюс x квадрат плюс y квадрат в точности, как у Лагранжа.
x пробегает значение от 0 до p минус 1 пополам, и y те же самые значения. Дальше так, точно так же там говорили, что все квадраты вот эти дают разные остатки определения на p. Ну, посмотрите, да, пусть x квадрат сравним с каким-то другим квадратом, тогда их разность отлагается как по формуле разность квадратов, как сумма умноженная на разность, и все получается. Вот, значит, вот это выражение имеет всего p плюс 1 пополам вариантов. Но нам нужно вот такое вот сравнение. Это выражение тоже может принимать p плюс 1 пополам вариантов. Но не может быть в множестве из p остатков так, что вот есть p плюс 1 пополам вариантов каких-то и не пересекающиеся с ним множество из p плюс 1 пополам остатков. Значит, вот ровно как у Лагранжа, получается, что какое-то число вида 1 плюс x квадрат плюс y квадрат делится на число p. При этом вы понимаете, что x у нас маленькое, и y у нас маленькое, они меньше, чем p пополам. Замечательно. Теперь впервые разница. Впервые применяем вот эту вот лемму. Только интересно, к чему? К доказательству того, что правый идеал, порожденный числом p и числом 1 минус x и минус yg, является главным. Давайте разбираться. Во-первых, что такое в принципе правый идеал? Вот множество всех кватернионов с целыми, все АВЦД целые или все, например, полуцелые, давайте будем обозначать буквой H. И сейчас рассмотрим такое множество. PH плюс 1 плюс XI плюс YG умножить на H. XY – это вот эти XY, обладающие таким замечательным свойством. Сумма любых двух элементов его представима в таком виде. И когда вы справа умножаете на любой из нашего кольца h, то тоже не выходим из этого множества. И вот сейчас давайте ровно так же, как в доказательстве, когда про алгоритм Евклида мы рассуждали, помните, когда доказывали, что в кольце целых чисел любой идеал главный. Вот сейчас ровно тем же способом докажем, что вот такой правый идеал, как вообще любой правый идеал, является вот в этом кольце главным. Каким способом? Рассмотрим минимальное по норме число, давайте альфа обозначим, которое обладает следующим свойством, что оно принадлежит вот этому правому идеалу, но естественно не равно нулю. И предположим, что какое-то другое число бета тоже принадлежит вот этому множеству, но при этом не делится на альфа. Что значит не делится на альфа? Это значит, что когда из бета вы вычитаете альфа с любым коэффициентом, гамма, разумеется, у нас из того самого множества h, да? Либо все 4 коэффициента целые, либо все 4 коэффициента на 1 второе отличаются от целого числа. Да. Так вот, что это всегда не нужно. И давайте в таком случае получим противоречие. На самом деле, фактически уже все у нас есть. У нас есть вот эта лемма. Смотрите, что здесь написано. Мы для любого кватерниона
сумели найти такой, что разность нашего найденного экваториона из H и вот на данного по норме меньше единицы. Правильно? Замечательно. Так давайте вот это произведение запишем в таком виде. Альфа умножить на альфа в степени минус 1, бета минус 2. И посмотрим на лемму. В качестве вот этих вот x, y, z, t, вот того патрониона, о котором мы сказали, берем альфа в минус 1 умножить на бета. В качестве вот этого вот искомого гамма берем вот такой. И в таком случае лемма утверждает, что для любого квотерниона, в том числе для альфа в минус 1 бета, у нас есть такой квотернион Мурвица, что норма вот этой разности меньше единицы. Прекрасно. Но вообще-то норма от такой разности – это есть произведение нормы альфа и нормы вот от этой. Но если норма этого числа меньше единицы, то мы получили, что эта штука по норме меньше, чем альфа. Отлично. Но альфа было из идеала, значит альфа-гамма тоже из идеала. Бета было из идеала, значит разность тоже из идеала. И вот мы в идеале нашли элемент, который по норме меньше, чем альфа. А мы брали альфа, чтобы норма была самой маленькой. Таким образом, на самом деле, вот этот идеал главный. Все. Я убираю все вот эти рассуждения. Убираю все эти рассуждения. И просто-напросто говорю, что вот этот идеал, это альфа h для какого-то числа альфа. Смотрите. Что интересно, P делится на альфа. То есть вот, у нас число P принадлежит этому множеству. Значит, P это альфа умножить на какой-то другой мурвицевский квотернион. Замечательно. P это альфа умножить на бета. У любого квотерниона Мурвица норма является целым числом. Смотрите, почему. Потому что если все целые, то сумма квадратов целых чисел целая. А если все полуцелые, то важно понимать, что когда вы берете полуцелое число, какое-то там а плюс 1 вторая, у вас будет этот квадрат, то вы получаете а квадрат плюс а плюс 1 четвертая. А квадрат и а целые числа, а 1 четвертая ничего плохого не даст, потому что у вас 4 слагаемых. И 4 раза по 1 четвертой. Вот. Таким образом, если альфа и бета это мурвицевые квотернионы, то при переходе к норме мы получим, что p в квадрате это есть норма альфа умножить на норму бета. Если p равно альфа и бета, то переход к норме дает p квадрат равняется норме альфа умножить на норму бета. То есть либо p умножить на p, либо 1 на p квадрат, либо p квадрат на 1. Давайте разбирать эти варианты. Ну, если у нас норма альфа равна единице, то фактически что такое у нас альфа? Это мурвицевский квотернион, у которого сумма квадратов равна единице. Давайте разбираться. У нас есть целые или полуцелые числа, сумма квадратов которых равна единице. Какие есть варианты? Либо 1 в квадрате плюс 0 в квадрате плюс 0 в квадрате плюс 0 в квадрате. Ну, или на этом месте, на этом, на этом. Где-то единицы, где-то нули. И это, конечно, обратимые элементы в нашем кольце. Потому что
ну, там, 1 на 1, или там, минус 1 на минус 1, да, или и умножить на минус и единицы и так далее. Это обратимый элемент. И другой есть вариант еще. Когда 1/2 в квадрате плюс 1/2 в квадрате, это тоже, конечно, единица. Замечательно. Но если мы возьмем элемент 1 плюс i плюс g плюс k пополам, ну или можно минусы, и как положено по норме, плюс везде какие угодно, здесь тоже какое угодно, и умножим его на его сопряженных, то, собственно говоря, мы получим ту самую единицу. Поэтому, если норма Гуровицевского квотерниона равна единице, то это в точности означает, что это обратимый элемент рассматриваемого кольца. Отлично. Значит, если норма альфа равна единице, то альфа h в точности совпадает с h. И в таком случае мы имеем право сделать то, что было в доказательстве Евклида основной теоремы арифметики. Вспомните, пожалуйста, когда мы там получали равенство, мы хотели доказать, что если произведение двух чисел делится на p, то хотя бы одно из них делится. Мы предполагали, что одно из них не делится. Дальше брали множество кратных одного из них и кратных числа p. Их складывали, да? Рассматривали такой идеал. И дальше домножали на другое число. Замечательно. Так здесь делаем точно так же. Здесь домножаем, вот, в случае, когда норма альфа равна единице, на 1 минус xi минус yg. Смотрите, что в таком случае будет. Умножаем слева. P коммутирует, это не важно. 1 минус xi минус yg умножить на h. Плюс, когда вы домножаете, то здесь получается число, делящееся на p. Ну, какое-то там pi, да? Умножить на h равняется 1 минус xi минус yg умножить на h. Мы домножили слева на 1 минус xi минус yg. Смотрите, что получилось. Вот здесь вот все коэффициенты делятся на p. Здесь тоже все делятся на p. А в этом множестве, если из h возьмем просто обычное число 1, есть число 1 минус xi минус yg. Значит, получается, что его коэффициенты должны делиться на p, но единица на p не делится. Вот, первый случай мы разобрали. Это если норма числа альфа равна единице. Давайте теперь посмотрим на третий случай. Он тоже очень простой. Если норма альфа равна p квадрат, ну а соответственно норма бета равна единице. Смотрите, что тогда у нас число альфа в таком случае получается отличающимся только на обратимый элемент. Это значит, что фактически здесь можно написать p, ну, потому что p это у нас обратимый элемент, если норма равна единице. Здесь можно написать p. Здесь у нас так стоит p. И получается, что элемент 1 плюс xi плюс yg делится на p. Ну, опять-таки, единица на p не делится. Замечательно. Значит, третий случай мы тоже разобрали. Теперь, если норма альфа равна p,
Тут два варианта. Либо у числа альфа все коэффициенты при ИЖК целые, и тогда это в точности то, что нам нужно. Число p представлено в виде суммы квадратов. Либо мы получили такое равенство. А в квадрате плюс b в квадрате плюс c в квадрате плюс d в квадрате, где числа а, b, c и d все полуцелые. Ну, дальше два варианта. Можно рассуждать так, как это было у Лагранжа. То есть, смотрите, если перейти от полуцелых к виду нечетное число делить на 2, это, собственно, есть полуцелое, и умножить все на 4, то у нас получается, что 4b это есть какое-то уже 2a, давайте прямо так напишу, 2a в квадрате плюс 2b в квадрате. И это уже настоящие целые числа, причем все нечетные. Вот. Дальше, раз они нечетные, их можно объединить парами. И получится, что 2а плюс 2b в квадрате плюс 2а минус 2b в квадрате. И 2c плюс 2d в квадрате плюс 2c минус 2d в квадрате. Давайте поймем, что это такое. Это вообще-то будет, это вообще-то будет 8p, да? Потому что здесь вот у нас 4a квадрата, здесь 4a квадрата, здесь точно, ну и так далее. Это будет 8p. Но при этом 2a плюс 2b это уже четное число. Замечательно. Значит, разделим все это на 4, получится 2b, это есть а плюс b в квадрате, плюс а минус b в квадрате, плюс c плюс d в квадрате и c минус d в квадрате. Вот, это уже целые числа. Ну и как у нас уже один раз прием где-то прошел, как мы только что сделали, теперь делаем так, говорим, что поскольку это целые числа, и здесь число четное, то эти слагаемые, в случае чего переставив, можно разбить на пары чисел одинаковой четности. Ну, то есть, либо они все нечетные, либо два нечетных, два четных, либо все четные. И вот эти самые пары чисел одинаковой четности, по тому же принципу, что здесь объединяем, и все получим. Это один способ. Есть и другой. Другой способ заключается в следующем. Вот смотрите, если у нас есть вот такое равенство, где а плюс 1 вторая, b плюс 1 вторая, c плюс 1 вторая и d плюс 1 вторая это целые числа, то есть такой странный прием. Можно поставить здесь не плюс, а минус в случае чего, и добиться, чтобы эти числа были не просто целыми, а целыми четными. И в таком случае давайте берем такое обозначение. А плюс БИ плюс СЖ плюс ДК это некоторый кватермион. Так вот, мы его записываем в виде с этими самыми четными целыми числами 2Х плюс 2Y плюс 2Z, ну 2Y, естественно, плюс 2ZG, плюс 2TK, где X, Y, Z и T это настоящие целые числа. И еще сюда пишем число омега, где омега
имеет вид плюс-минус 1 вторая, плюс-минус 1 вторая и, плюс-минус 1 вторая g, плюс-минус 1 вторая k. То есть, вот омега получается, когда вы перегоняете вот эти числа, равные 1 второй, естественно, с положенными знаками, в другую часть. Вот здесь вот были у нас целые счетные числа 2х, 2у, 2z, 2t, но еще к ним прибежали вот эти. Замечательно. Замечательно. Давайте теперь введем обозначение. Вот для краткости это обозначим 2 гамма. Вот это вот для краткости обозначим альфа. И тогда такое равенство альфа, это есть 2 гамма плюс омега. Теперь вспоминаем, что такое P. P это есть альфа умножить на альфа сопряженное. Замечательно. То есть это 2 гамма плюс омега умножить на 2 гамма плюс омега сопряженное. Вот. Казалось бы, ничего не произошло. Казалось бы, совершенно ничего не произошло. Но на самом деле произошло. Я сейчас вставлю сюда такой множитель. Омега сопряженное умножить на омега. Ведь у омега норма равна единице. Поэтому это произведение равно единице. А здесь по-прежнему напишу 2 гамма сопряженное плюс омега сопряженное. Осталось чуть-чуть. Вот это омега сопряженное уйдет налево, омега уйдет направо. Смотрите, что тогда получилось. Число P является произведением 2 гамма омега с чертой плюс 1 умножить на 2 омега гамма с чертой плюс 1. Но произведение числа 2 и числа омега с чертой это целый подумал. У него все коэффициенты настоящие целые числа. И здесь то же самое. Вот эти числа дают целое. Умножая на гамму, естественно, тоже получаем целое. Значит, здесь написан какой-то квадрон, у которого все числа целые. Здесь написан тоже квадрон. Но, внимание, не просто потернён, а сопряженный к этому. И все. Мы сумели представить число P в виде произведения двух сопряженных, у которых уже все коэффициенты настоящие целые числа. Вот теорема Лагранжа доказана методом Гурвица. Что, по сути, здесь произошло? Мы добавили такое интересное число, 1 плюс y плюс g плюс k пополам, для того, чтобы превратить кольцо, в котором все правые идеалы главные. Благодаря этому добавлению у нас возникло что-то вроде основной теоремы арифметики. Конечно, кольцо не коммутативное, поэтому в прямом смысле основной теоремы арифметики нет. Но нам больше не потребовалось. Фактически нам нужны были правые идеалы. Мы доказали, что каждый правый идеал главный.